выброшенная на смерть. Выброшенная на смерть людьми, которые борются за жизнь. Они против усыпления. Они взамен гуманной эвтаназии, контроля численности бездомных же животных. У нее был ошейник. Я его обрезала ножом и выбросила. Значит, она шатается, значит, она сбита машиной. Она совершенно ручная кукушка. Я думала, это кукукотик. На голове вон шишрам. Это оказалось кукушка. Но когда я ее подносила к клетке несколько дней назад, естественно, на усыпление. Я анонизмом не занимаюсь, когда смотрю на страдания животных. У меня здоровая психика. Естественно, я ее заберу и усыплю, если я ее... Сегодня я не могу забрать. Сегодня выходной день. Но когда я ее взяла, подхватила, чтобы посадить в клетку, я как бы не подготовилась. Это я проявила непрофессионализм абсолютно. Она от клетки отбрыкнулась так, что она просто вырвалась у меня. Ужас. Пусть живет. Все хотят жить. Посмотрите, она нитечки. Чтоб, я не знаю, что, чтобы ваши дети вот так вот же жили, как живут эти мусорные кукушки. Это очевидно, что ее... И она очень хорошо ее поставила вода. Вода здесь-то стоит. Но я поставила ей воду еще здесь, в тот день. И она очень много пила. Это, видимо, ее поймали где-то в клетку, в эту ловушку. Они же какаклу ловят. Поставили клетку и пошли по делам. Туда кто попался, не попался. Все годится. И она ее, видимо, передержали там несколько дней. Что она там такой кайф поймала. Может быть, и на солнце, и на холоде, и на всем... Полнейшее обезвоживание, высохшая как таранка. Но я вижу, что у нее гербес, машина ударена по задам. И кроме того, у нее раскроен череп, возможно, со собакой или удар какой-то. Возможно, она качается из-за того, что с головой у нее, и она, наверное, болит. Потому что они лечат, чинят, вот это штопают и выкидывают. Пусть живет. Будьте прокляты, мрази. Мои ролики не имеют просмотра, потому что мразь засратая. Она не любит правду. Они не хотят видеть эту правду жизни. Они хотят видеть позитивчик. О том, как они с вывороченной челюстью, с выколотыми глазами, обрубленными лапами. Кошечку починили ветеринару в интернете. Эти денежки насобирали, а ветеринар такая мразь, что он даже мусорную кошку бесплатно лечить не будет, потому что это бизнес, это деньги. Детишек ебаных надо как кормить, чтобы они тоже сдохли все, мрази. И вот этой вот пиздомассе нужен позитив. Они не хотят вот это, ты злая, ты нехорошая, мы хорошие, мы за жизнь. Вот ваша жизнь, сука. Я в Бога не верю. Я не верю в Бога. Я верила в Бога до того, как пришли зоозащитники. Зоозащитник – это зверь. Бог и вот это вот все, что я вижу, это несовместимо. Ну, как минимум, я, конечно, не верю в эволюцию, я верю в Творца. Наш Творец не так добр, как это хотят представить сратые церковники. Конечно, это очень жестокая, бесчеловечная сущность, которая создала вот этих людей, которая создала. То, что с людьми все происходит, эти концлагеря, холокосты, хуёсты, это все туф, это все годится. Это закономерно, это справедливо. Вот все, что происходит с животными, это несправедливо. Первый поход на бойню, и человек просто перестает верить в Бога. Потому что... Или вот на улицу, но ночью кошек кормить. Эти же мерзавки, они не кормят ночью кошек. Они сидят в интернете, там денежки посылают. В общем, зла моего не хватает.